Дым от костра выглядит прекрасно и романтично, но содержит в своем составе большое количество канцерогенов. Наиболее опасное вещество, образующееся при тлении углей – бензопирен. Он относится к первому классу опасности и провоцирует развитие онкологических заболеваний кишечника. Мясо, приготовленное на углях, как правило, впитывает бензопирен, и его концентрация в готовом блюде достаточно высока. Но мясо, птицу, рыбу и морепродукты можно приготовить так же вкусно и ароматно, но гораздо полезнее. На помощь нам приходит двусторонний гриль. Одновременная температурная обработка сверху и снизу сокращает время приготовления, оставляя продукт сочным, экономит время и не нужно возиться с углями. Но самое главное – маринад. Именно он сделает вкус нашего шашлыка бесподобным. Маринад используют, чтобы размягчить мясо. Для этого нужна кислая среда, которую могут создать кефир, фруктовые соки, уксус, лимон. Не используйте алюминиевую посуду. Под длительным воздействием кислот из маринада алюминий начинает растворяться и попадает в пищу. Я предлагаю в качестве самого простого и вкусного маринада использовать соевый соус. Наверняка он есть в каждом доме. Итак, нам понадобится курица или индейка, можно грудки, соевый соус, емкость для маринада, двусторонний гриль. Режем мясо, заливаем маринадом. Можно подержать пару часов в холодильнике и на гриль легко и быстро. 2 минуты, и наш полезный шашлык готов. В качестве гарнира грибы или овощи. Важный момент. Никогда не используйте для шашлыка вот такую одноразовую посуду. Пластиковые тарелки и приборы могут быть сделаны из полистирола. При нагревании этот вид пластика начинает выделять пары стирола. Он считается ядом общетоксического действия и относится ко второму классу опасности и может быть канцерогенным. Поэтому откажитесь навсегда от такой посуды. Выбирайте натуральные материалы – дерево, стекло, керамика. Попробуйте шашлык по новому рецепту. Если он вам понравится, это может стать вашей полезной пищевой привычкой.